Здравствуйте, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Dead Space. Так, нам надо поставить маячок на астероид. В принципе, я уже подготовился к этому мероприятию. Палуба С. Так, ну что, кто там хочет выйти в гости? Я уже готов, если что, блядь. Надрать жопы. Мы как-то проезжали, там, блядь, какой-то хрен стоял. Но сейчас я смотрю, там никого нету. Когда все не раз мы поднимались наверх. Вот. Ой, не нравится мне что-то здесь. Четко моего. И это все? Так, нам сюда, да? А я чуть поброжу здесь. Патрончики пособираю. Разлетелся нахер, блядь. Так, тут даже сохраниться можно, ничего себе. Так. Ой, сори. Мы сюда не можем идти, я не могу понять, что нам здесь не дает. Проходить. Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дону и детям, что я люблю их. Господи! Еще одна! Еще одна! Так, тут вообще какой-то станок. Для улучшения. Может, это у нас конечное задание здесь будет? Куда бы это? Лифт к центральному... Ага, центру разработок астероида. Ага. Да, наверное, нам сюда надо будет в конце ломиться. Так, давайте глянем, что у нас тут есть. Так. Магазин нам не нужен. Средняя аптечка, малая аптечка, баллон, стазис. Переместить. Плазменная энергия, лазерный магазин. В принципе, больше-то и нечего тут менять. Так, ну давайте идем, куда нам там советуют идти, там уже разберемся. Конечно, дерьмовая. Ага, я уже понял.
Нам нужно вниз, значит, надо силовой блок стыбрить. Пошли нахер. Ой, хорош. Нихера себе, эта бомбочка валит. Зачетная шняга. Да что такое, блядь? Отпустить надо было прям. Да, это оружие действительно стоит того. Тем более я урон повысил. Кто-то шастает. Ага, нам сюда. Богатое место. Так, до настоящего момента процесс переработки планеты шел, как было запланировано, хотя мы и потеряли на время контакта с колонией. Так, первый срез был доставлен на борт уже через час после раскола планеты, обработан, очищен и переплавлен. Так, результаты превзошли самые оптимистические прогнозы. Обычно любая порода содержит 35% минералов, 5% окаменелости, а 61 от отходы, но тут мы получили 65 минералов и 0 от окаменелости. Так, это составляет 6,5 тонн руды на каждые 10 тонн породы. Если только это было не аномалия, мы вскрыли настоящую сокровищницу. Понял. Что-то нам много всего дают здесь. Когда много дают, надо остерегаться худшего. Так, знаете, я не знаю, я бы где-то еще раз бы сохранился бы. Это было бы очень кстати. Я, может, сейчас так и сделаю. Потому что не хочу, если меня там убьют или помру, блядь, это все опять заново, блин, нагребать. Так. Что мы там насобирали? Хорошо, что все недалеко. У нас до хрена места свободного. Так.
Что у нас по узлам? Один узел и 15% брони. Подожди, а где тут сохранение было? Ага, вот оно. Еще раз сохранюсь. Теперь можем смело туда ломиться. Так. Мне уже самому интересно, что там вообще. Невесомость. Пару трупов есть. Иди сюда давай. Так, кто-то еще есть? Так, типа были еще какие-то звуки. Или мне кажется. Так, я пока не могу понять, что делать. Так, что тут у нас? Ага, уничтожьте гравитационные захваты. Ага, я понял. Так, а чем их, блядь, уничтожить-то? Наверное, вот там где-то. Я помню, что там какая-то чепушня была.
Ага, все, я вижу. Вот, есть. С этим мы разобрались. Так, а что теперь делать? Сейчас посмотрим, что там по заданию. Так. Разрабатываем астероиды, держит на месте лучи гравитационного подъемника. Надо подключить, чтобы выпустить астероид. Так. Ага, понял. И что там теперь? Так, ну пока что ничего хорошего. Так, давайте возьмем вот что. Сейчас надо будет нам стазис улучшить. Ой, улучшить. Зона гравитации. На максимум его влепить. Сейчас зона кое-что попробуем. Ребят. Зона вакуума. Сучка. Ага. Есть. Выполнено, да? Так, где-то здесь, кстати, еще и воздух должен быть. У меня есть баллоны, если что. Как туда проникнуть? Зона. Отлично.
Так, сюда. Груз 8772 освобожден от захватов. Необученный персонал должен покинуть отсек немедленно. Теперь с него, может, вытаскивается этот вот куски камня. Зона гравитации. Так, отлично. Не зря мы все-таки улучшили себе чуть-чуть воздух. Так, что у меня по боеприпасам? Да, не очень, блядь. Погнали дальше. Зарядим на всякий случай. Что это такое? А что ты говоришь? Обед через 10 минут. Ой, господи. Так, тут мы разобрались. Ну, я так и думал, что нам сюда идти. Так, надо сохраниться. Какие-то огни появились, это вообще жесть. Так, принять. Так, надо боезапас пополнить. Так, куча аптечек у нас. Хорошо. Ого, можно продавать будет. Так, стазисная батарея есть, батарея резака. Ой, блядь. Продать ее нахрен. Лазерный магазин. Так, инвентарь забит, только нам остается один баллон с воздухом забрать на всякий случай. Я думаю, он пригодится. Вот так вот.
есть. Так, тут полностью боекомплект. Тоже. Тоже. Так, перезарядим. И что мы имеем? Так, трубы до хрена, да, есть у нас. Будем с трубой пока ходить. Труборезом. Так, все, погнали. Какие-то две сопли вылезли, блядь. Есть. Открыли. Ага, все, я понял. Сейчас будем тут что-то чистку какую-то устраивать. Почему бы нет? Груз 8772 запущен. О, маяк запущен. Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробуй настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видел своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Все понятно. Ага, все, отпустили астероид. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Бойня тут была, блядь. Я ж сам охерел. Есть. Так, что у меня по вооружению? Да, переходим на бензопилы, наверное. Эти черные, конечно, очень мощные, блядь. Так, спускаемся. Так, давайте сохранимся. Одна аптечка осталась, я тут возьму еще одну, наверное.
С одной аптечкой опасно ходить. Плохое у меня предчувствие просто. Блять, и меня ебануло. Сука, блин, слишком близко было. Да ты чё, блядь? Хорош. Вот твари, блядь. Опять мне жизнь подкалечили. Так, берем еще аптечки две. Да, хорошо. Так, хватит. Что у нас по узлам? Два узла. Ну, давайте что-то какое-то улучшение сделаем. Я думаю, как лучше. Давайте так. Так, сохраняемся. Я думаю, сейчас будет новая глава у нас. Логично. Сейчас идем на поезд. Вентилятор тут еще. Так, вроде все спокойно. Все, погнали. Так, еще раз сохранимся. Глава 8. Найти и спасти. Ничего себе. Так, мы идем на мостик. Так, нам надо сейчас маячок исправить, эту антенну, точнее, чтобы могли сигнал получить. Вот и приехали. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Valor. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Так, понятно.
Я помню, что кто-то вылез с этой дырки. Пошел в жопу. Так, тут нам делать нечего. Ух ты, там какая-то жидкость уже. Эти проходы лифтовые закрыло. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Сколько у вас? Говнюки, блядь. Так, подбираем трофеи. Блядь, эти черные, конечно, блядь, дерзкие ребята, блядь. Да, тут трубов, на труборезы надо больше ставить ставку, потому что у нас очень много снарядов к нему. Так, давайте тут все смотрим. Так, хорошо. Так, а что с этой стороны? Все пересмотрели? Да, все. Так, куда нам идти теперь? Давайте посмотрим. Так, 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 это... Ага, сюда. Ну, тут есть сохранение, я как раз этим воспользуюсь. Отлично. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.